В Якутске проходит чемпионат республики по хоккею среди мужчин. В турнире принимают участие 10 команд. Вчера состоялось одно из самых ожидаемых противостояний между командами Якутска и Нерюнгри. Подробности матча в материале нашего корреспондента. Первый период стартовал бойко. Обе команды начали игру с атаки. Снова и снова игроки штурмовали ворота соперников. Результат появился к середине первого периода. Счет открыл игрок якутской команды. Он сумел прорваться через оборону мирнинцев и с передачи своего товарища забил первый гол матча. Один забитый гол не повлиял на игроков. Они по-прежнему яростно кидаются на баррикады противника. Но проходит чуть больше 2 минут, и другой игрок Якутска отправляет в ворота противника вторую шайбу. То и дело, возле ворот обеих команд возникали опасные моменты. Осталось несколько секунд до завершения периода, и игрок Мирного забивает гол и дарит надежду своим болельщикам. У Мирного, к сожалению, не приехали представители Судачного, да, они вот усиливали здорово команду Мирнинского района, ну, по какой-то причине не приехали, поэтому вот команда не так красиво выглядит, как в прошлом году. Второй период стал переломным моментом матча. С интервалом в несколько минут игроки Якутска один за одним отправляли шайбы в ворота Мирного. К концу периода счет уже составил 10-1. Третий период также начался за явным преимуществом Якутска. Итог матча 14-1. Впереди у Якутска игра с Алданом, а Мирного с Нерюнгри. Игра была упорная вначале. Потом мы ее посреди игры переломили, ход игры, и в итоге выиграли. Мы готовили целый сезон. Я думаю, что показали результат. Лучшие игроки чемпионата будут отобраны для участия в финальных всероссийских соревнованиях ночной хоккейной лиги, которые пройдут в мае в городе Сочи. Юрий Осипов, Евгений Лугинов, НВК «Саха», Якутск.